Так, ребята, доброй ночи. Решил эксперимент провести. Дождался вот такого вот времени. Это по Киеву. Ночь. Вот. Значит, решил на длинных волнах послушать радиостанции. Ну, на более-менее нормальную антенну, а не на антенну FM-диапазона. Значит, восстановил я дельту свою на сороковку. То есть сейчас я как ее подключил, смотрите. Вот у нас 10 метров высота от земли, на удочке она у меня, то есть общая длина 40 метров. Здесь где-то 20, ну и 30-40. Это на центральную жилу идет, идет к приемнику. А плетку я посадил в землю, тут у меня частный сектор, очень большая влажность, короче, загнал я колышек такой и посадил землю на землю. И сейчас покажу, что я начал принимать. Ну, как бы разница большая по сравнению с отсутствующей вообще антенной, которую, ну, нельзя считать это FM антенной. Сейчас покажу, что я принимаю на ДВ и на СВ. Ну, в частности, в этом ролике длинные волны будут. Так, итак, начнем. Ну, Румыния, это понятно. Domnul apare la bagi pace. Sunt dobit. Păi când o fel de acea frumoasă lumii... Tăc. Это Марокко. Это BBC, BBC из Великобритании. Тут еще французы на 162. Поищу их, секунду. Выплывают потихоньку. В общем, что-то есть, но так. Так, 183, еще там французы. Французский язык слышно отчетливо. Так, 207 Исландия. Ну что-то выходило, но слабо. Так, 225 Польша. Алжир 252. Я чуть отстраиваюсь, потому что помеха у меня. Так,
вот Алжир начинает выплывать. Так, Чехия на 270. На 261 ничего. Двести семьдесят девять тоже. Так, ну вот как-то так, на длинных волнах, конечно, антенна имеет большую роль. По крайней мере, намного лучше принимается. Вот такой вот отчет. Пишите комменты, ребята, в группе я там размещу. Вот такой вот улов ночной.